Ну что, я готова, у меня прямой. Вот такой дерьманчик. Значит, что? Ты готова выйти? Да, сейчас мы с девчонками пойдем на самом длинном... Да что такое? На самом длинном подиуме. Знаете, здесь установили подиум, сколько? 3 километра. Вот, и мы будем идти, прикалываться целой. Ну, конечно... Пойдем? Подожди, мне же нужно. Друзья, привет. Извините, что на мне кролик, я просто сегодня устала, я не выспалась, и поэтому сегодня с кроликом. Вообще-то посмотрите, как здесь красиво, какие ОЛ-очки красивые. Вот такие белые зайчики, смотрите, вот это все, модная тусовка, вон там идет подготовка моделей. Вот. Всем привет, привет, привет. Как вам моя прическа, кстати? Ладно, сниму личико. Ой, без маски прям страшно, извините. Хотя бы так. О, модели, модели сейчас выходят. Ну что, ты в эфире? Мы сейчас запилим для вас парный выход в эфире, друзья. Главное не споткнуться. Вот я хочу... Можно подержаться за вас? Вот мои каблуки. Вот Элны каблуки. И длинные ноги. Ну, если вам не интересно, то вы можете уйти из моего эфира, я не обижусь. Я думаю, что многим интересно посмотреть, что здесь происходит изнутри. Ну что, ты идешь? Да, ты видишь там, кто идет? Кто там идет? Смотрите. Вот так вот крутящиеся двери. Худые иностранцы. Щелка прикольно, да, чуть-чуть мешает. Вот, все выходят. Значит, и... Ой-ой-ой, там еще и фото-фото-коллекшн. Элла, там фотограф заодно. Да? А ну-ка я на разведку схожу. Честно, подустала я на каблуках, знаете. Вот. Вот они, жаркие, жаркие аплодисменты. А, это открытие в России нового бренда косметики для волос TRESemmé называется. Может, видели рекламу по телевизору? А девушка идет, и у них слоган «Весь мир твой подиум». Здесь установлено, в районе Москва-Сити, установлен самый длинный подиум в мире. Он зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Вот я здесь, по идее, должна была выйти. Ладно, подождем. Элла, вот она, смотрите, красотка длинноногая. Кстати, морожку бесплатную раздают, посмотрите у меня в истории. Покажу вам пока что, посмотрите, что происходит здесь. Здесь очень много симпатичных корреспондентов, берут интервью. Вот бренд TRESemmé. В начале вечера здесь каждый стол был занят и готовили, скажем так, онлайн моделей. Ну, все как я люблю. Камеры, свет, микрофоны, вы поняли. Ну что, нам дадут выйти или нет, кролик? Потому что без морковки, потому что... Так, я сейчас пойду на разведку. Так, ну вроде освободилась. Почему же да не выйти? Сейчас мы позовем Эллу. Совершенно разные комбинации. У нас тут есть сочетание.
немножечко соло. Какой у Эллы рост высокий, у нее, по-моему, 1.70 с чем-то. Честно, стесняюсь выйти. Не пойму, можно идти или нет. Сейчас вот так делаем. Пойти и выйти. Чего ждем? Там фото. Всем привет, привет. Почему-то в маске. Я не выспалась сегодня без маски никак. Вот, смотрите, как все у нас красиво, официально. Привет, привет. Давай, малышка, вперед. Я чего-то заменжевалась. Ой. Это мероприятие. А кого ждут? Не знаю. Вот так вот. Ну тут как бы. Они остались тебя только поздравить. С тем, что сегодняшний красочный, яркий, потрясающий день не предал себя, а прошел действительно так, как мы ожидали. Теперь красота в России. Спасибо тебе большое. Было круто. Спасибо. Ну супер. На самом деле, я думаю, что моя проходка по дорожке не так уж важна, тем более уже рекорд побили. Можно с вами селфи? Конечно. Вы не против, если я? Да. О, здорово. Привет с Международным днем красоты. Привет, привет. И кто не забыл, проголосуйте. Ну что, друзья, напоминаю вам о том, что в следующем году. Спасибо большое. Я даже... Хорошего вечера. Я стесняюсь. О, спасибо большое. Я могу уже не выходить, да, как думаешь? Давайте поаплодируем друг другу, да, потому что весь день... Давайте поаплодируем друг другу. Да, конечно. Для вас работали очаровательная очень первая. Соня и Соня, наши музыкальные партии. Итак, вы были в эфире. Отлично. Хорошего вечера. А вы, молодой человек, не хотите сфотографировать? Я слышал. Спасибо большое. Всех любят. Все, отработали, молодцы. Ну, на самом деле, вот он, подиум. Смотрите, я хотела вам показать. Благодарю. Вот, собственно говоря, вот черненький подиум. Его натирали специально обученные люди, чтобы все было чисто, красиво. Но по нему с удовольствием ходили люди и дети. Вот модный диджей. Смотрите, как классно. Эх, мне бы кедики. Ну что ж, друзья, я думаю, что мы сделали все. И это нас ожидаемое. И помогли открыть это прекрасное мероприятие. Конечно, не все так умеют танцевать шикарно. Ну, слава богу, что и кроме нас ходить хорошо по подиуму умеет. О! Как и нас?
скромный синий чулок. Ну, в общем, вы поняли, Москва-Сити вас ждет, поэтому кто хочет потанцевать, переходите. Как хочу такие же волосы, как у тебя. Ну, у меня же...